Ну а сейчас переносимся в Бразилию. Там по-прежнему за Олимпиадой неспокойно. Граждане непрерывно протестуют. От былого энтузиазма, когда они еще только выигрывали право на проведение этой Олимпиады, сейчас уже не осталось, кажется, и следа. Каждый день приходят сообщения о столкновениях с правоохранителями. На этот раз акции устроили жители пригородов Рио-де-Жанейро. Сотни человек выступают против задержек зарплаты бюджетникам. Люди уверены, что именно из-за Олимпиады Бразилия и оказалась в глубокой экономической рецессии и в политическом кризисе. Чтобы рассеять демонстрантов по пути следования эстафеты Олимпийского огня, бразильский спецназ даже применил слезоточивый газ и перцовый аэрозоль. А culpa é do prefeito! A 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 culpa é do prefeito! Thank you.